сегодня нашей областной федерации, также городской федерации казацкого двобоя мы проводим профессиональный турнир среди лучших бойцов нашего города Харькова именно по версии казацкого двобоя. И турнир пройдет непосредственно по правилам нашего вида спорта – казацкий двубой. Турнир мы решили провести в честь памяти известного спортсмена в Харькове Александра Барбарян. Мы решили почтить его память, проведя такой турнир среди профессионалов. Я Сашу Барбаряна знала лично, знала как хорошего спортсмена, квалифицированного тренера, доброго человека, который всегда мог помочь, если его об этом попросить. Я считаю очень правильно, что такие турниры организовываются и проводятся. Мы можем почтить память этих спортсменов, людей. Мы не забываем о них. Воспоминания только хорошие, что очень важно. Также мне очень приятен этот день тем, что мне сегодня вручат удостоверение мастера спорта по казацкому двубою. С Александром Барбаряном мы знакомы еще с профессиональных поединков, где вместе заходили в одну клетку. Это был хороший боец, это был величайший боец своего уровня, который одерживал великолепные победы. Был очень хорошим другом, товарищем, никогда не оставался в стороне, всегда поддерживал, всегда был позитивным, веселым человеком. Каждый человек, который принимал участие в организации этого мероприятия, этого турнира, вкладывал полностью свою душу, свои силы для того, чтобы это все было на хорошем уровне. Так же самое я, как бы, стараюсь в этом всем принимать участие и, конечно же, отдаваться по полной. Александра Барбаряна знал бы давно, знаю его как хорошего человека. Был период времени, когда мы выходили вместе в клетку. Очень хороший парень, отзывчивый, позитивный. Как спортсмен, профессионал, как своего дела, конечно же, от этого, от смерти никто не застрахован. Это со всеми случается, у кого-то раньше, у кого-то позже. Хочется пожелать ему, чтобы земля ему была пухом. Вот ровно год Саши нету. Я думаю, этот турнир мы сделаем ежегодным. Очень радует, что много и именитых спортсменов, и начинающих спортсменов откликнулось на нашу просьбу. Приехали, выступили, поддержали семью Александра. Наш турнир, он является как бы таким мини-трамплином для начинающих спортсменов, которые хотят пробить себе дорогу профессионалы на международную арену. Результаты этого турнира заносятся на международный сайт «Шердух». И ребята, которые выступают сегодня, возможно, через несколько лет мы увидим их уже на каких-то серьезных турнирах.